мире много тайн. Снежный человек, тунгусский мецеорит, бермудский треугольник, идолы острова Пасхи, рисунки на плато Наска, Атлантида и Гиперборея. Есть даже множество обыденных вещей, которые мы не в силах объяснить. Ну, или мы их могут объяснить только какие-то специалисты. Например, я не могу понять, как летают самолеты. Я просто верю, что они летают. Но это выше моего гуманитарного разумения. Как такая огромная птица железная вдруг начинает лететь. Все хотим проникнуть в тайну жизни. Пытливые школьники пытаются проникнуть в тайны электричества, шаровых молний. Поэты жаждут разгадать тайны любви. Передо мной в возрасте 18 лет стало вопрос. О тайне прощения грехов. Как это может не показаться странным. В 18 лет я решал вот этот вопрос. Как прощаются человеку грехи? Я рассказывал в одной из предыдущих проповедей. Для меня это было жизненно важно. Потому что сам себе я их простить не мог. Потом я узнал о том, что Христос умер за мои грехи. Но спасение от этого не перестало быть для меня тайной. Я ходил, помню, и спрашивал всех, а какая связь? Вот умер человек, шесть часов висел на, на кресте, ну пусть даже Бога человек. Как, какая здесь вот связь между тем, как прощаются мои грехи? Каков механизм? Ну, потом мне объяснили, я более-менее это понял. И жаль, что ни я тогда, ни многие люди сейчас не хотят прочитать третью главу послания к Ефесянам, чтобы приблизиться к разгадке этой тайны. Ведь Бог открыл людям духовную тайну спасения во Христе. Давайте с вами прочитаем следующий фрагмент. Послание к Ефесянам, 1, 3 глава, с 1 по 7 стихи. «Для сего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа, за вас, язычников, как вы слышали о домостроительстве благодати Божией, данной мне для вас, Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем выше я и писал кратко. То вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком Духом Святым. Чтобы и язычникам быть с наследниками, составляющими одно тело, и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования, которого служителем сделался Я, подару благодати Божией, данной Мне действием силы Его. Итак, Бог открыл людям духовную тайну спасения во Христе. Что же именно мы теперь знаем? Бог поделился с нами тремя важными откровениями на этот счет. Давайте их рассмотрим по порядку, как апостол Павел э, их здесь рассматривает. Первое откровение касается сути тайны Божьей. Вот суть тайны Божьей, то есть нашего спасения. И здесь Павел заявляет, язычники и иудеи получают одинаковое духовное наследство. Они составляют одно тело во Христе. Взгляните в шестой стих. Чтобы язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело. Это страшная тайна, я вам ее открою. Богу вообще не важна национальность. Бог интернационалист. Он любит всех одинаково. Мы с вами уже ранее рассуждали, что для евреев это было совершенно новым открытием. Главным грехом древнего мира было презрение. Евреи презирали язычников. Один раввин называл язычников топливом для адского пламени. В лучшем случае язычники существовали с точки зрения еврея для того, чтобы быть рабами Израиля. Труды египтян и торговли ефиоплян, совейцы, люди рослые в тебе перейдут и будут твоими. Они последуют за тобой, в цепях придут и повернутся пред тобой, — говорил пророк Исаия, и евреям это очень нравилось. Люди, привыкшие думать так, не могли себе представить, что благодать Божья изольется и на язычников. Греки тоже не уступали в таком национальном презрении. Один грек говорил, что варвар может случайно наткнуться на истину, но он ничего не поймет в ней. Нужен грек, чтобы объяснить истину. И со временем мало что изменилось. В одной шотландской жалобе английскому королю, относящейся к 16 столетию, мы читаем, ваш народ считает другие народы варварами, потому что они отличаются от вашего. А только в 1858 году в китайских официальных документах было отменено прозвище варвар по отношению ко всем не китайцам. В древнем мире эти барьеры были непреодолимы. Мы говорили, что этот барьер был устранен только Христом. Но это был шок. Бог любит и язычников тоже. Христос говорил, что и самарянин может жить по заповедям Божьим. И вот заметьте, когда Христос рассказывает притчу о милосердном самарянине, и он спрашивает, кто из них поступил как ближний? И вот совопросник, который задавал, собственно, этот вопрос, даже не смел произнести слово «самарянин». Он сказал, оказавший ему милость. Настолько это было мерзко. Но Бог принимает всех, кто уверует во Христа и раскается в грехах. Потому что спасение – это Божье обещание. Оно твердо. Бог не может просто так выбросить слова на ветер чтобы язычникам быть сопричастниками обетования Его. Когда Бог обещает, Он не обманывает, мы можем быть сопричастниками обещания Бога. Спасение происходит только во Христе Иисусе и происходит только через Евангелие. Дальше шестой стих. Чтобы язычникам быть сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством благовествования». Скажите, а что самое главное в Евангелии? Вот представьте, к вам ну, подходит человек и говорит: слушай, вот у меня буквально одна минута, чтобы ты рассказал мне Евангелие. Что скажете вы такому человеку? Вот что самое главное, о чем сказать? Это на самом деле вопрос, который может застать нас врасплох. В 15 главе 1 послания к Коринфянам. Павел отвечает, кстати, на этот вопрос. Он говорит, ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял. Вот это слово первоначально, то есть в первую очередь. Он говорит, вот я пришел к вам, и первое, что я вам выпалил, вот первоначально, то, что Христос умер за грехи наши по Писанию. Вот все. Вот в этом суть Евангелия. Он погребен был, воскрес в третий день по Писанию, явился Кифе, потом 12. Вот оно, проще простого. Вот это древнее Евангелие. Христос умер за грехи наши. Есть разного рода наивные предположения о нашей безопасности. Но ну, кто-то говорит, чтобы тебе простились грехи, там надо паука убить, там 40 грехов проститься тебе. Кто-то говорит, надо на гору на коленях залезть на святую. Вот тогда тебе Бог грехи простит. А на самом деле все просто. Бог может простить грехи тому, кто верует в то, что Христос умер за него. Ну, мы все любим такие какие-то детские глупые предположения о прощении грехов. Это похоже, как ребенок один сказал. Ну, он узнал, что вот, если самолет разбивается... То не разбивается обычно черный ящик. Он говорит: слушайте, но если черные ящики не разбиваются, значит надо самолеты делать из черных ящиков. А, ну, мы смеемся наивно. А некоторые думают: ну как, чтобы спастись, надо вот какие-то обряды исполнить. Наше спасение во Христе Иисусе оно вполне надежно. Христос победил смерть! И если мы соединены с Христом, если мы во Христе. Тогда мы спасены. Конечно, если мы отделены от Христа, ничего не получится. Если вы когда-нибудь пылесосили, вот ковер, представьте, вы взяли пылесос, включили его, а он не пылесосит. Ну, тогда вы отсоединили шланг, пошли, почистили этот пылесборник, включили пылесос, работает ровно. Пылесосите. И понимаете, что пыль-то меньше не становится. А потом посмотрели, шланг забыли прикрутить. А если так подходить, ну тогда ничего хорошего не получится. Почему в нашей духовной жизни часто что-то не получается? Потому что мы утрачиваем связь с Иисусом Христом. Мы забываем подсоединиться к Нему, мы забываем быть соединенными с Ним. Вывод здесь можно сделать только один. Надо принимать спасение и спасать других. И вот это суть тайны Божьей в том, что Христос умер за наши грехи. И только в этом спасении. Но Бог здесь дает нам и второе откровение. Второе откровение касается нашего познания этой тайны Божьей. А как мы ее теперь узнаем? Как можно узнать? о спасении. И Павел объясняет, во-первых, спасение открыто апостолам и пророкам через духовное откровение. С 3 по 5 стихи очень важное учение. Потому что мне через откровение возвещена тайна, о чем я выше писал кратко, то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой, которая не была возвещена прежним поколением сынов человеческих, как ныне открыто святым апостолом его и пророком духом святым. Вот апостолам и пророкам открыта тайна Божия, и они ее записали. Важно то, что вот те слова, которые мы слышим или читаем, это не слова человека, но слова Христа. В этом, кстати, и пример для нас. Мы очень часто заслоняем собой Христа. Я читал как-то молитву одного благочестивого мужа Божьего, и он молился, Господи, когда я проповедую, скрой меня за крестом Твоим. И мне как-то этот образ понравился, вот, спрятаться за крестом. А поскольку я человек не стройный далеко, я подумал, а мне вот будет сложно за крестом спрятаться, потому что я буду все время из-за него выпирать. И потом я так подумал, что очень многие на самом деле проповедники страдают таким духовным ожирением, потому что их все время из-за креста, христа увидно, они выпирают. Ну, а многие даже и спереди просто специально становятся. Апостол Павел говорил: нет, все, что мы проповедуем, это тайна, которую Бог открыл нам. Это не наши слова. И эта тайна записана апостолами и пророками. Уже записано. Потому что мне возвещена тайна, о чем я писал выше кратко. Ну, он то, только что говорил об апостолах и пророках, чье служение в основании церкви. И откровение Божье теперь записано безошибочно и верно. И самое интересное, сегодня многие из вас скажут, слушайте, но ну я же не знаю. Мне вот Бог ничего не открывает, я снов не вижу, там э, палец не пишет мне на стене ничего, не ни мне, меня, ни Текел тебе никакого у Парсина не бывает. А, и как-то, а, в общем-то, ну, ну ничего у меня такого сверхъестественного в жизни не происходит, ангелы не заходят ко мне запросто, как к Марии и Деве, вот не заходят. Павел говорит, ну посмотрите. Именно из написанного мы теперь можем узнавать тайны Божьи. Вы читая можете уразуметь или усмотреть мое разумение тайны Христовой. Вот если вы начнете читать Писание, тогда вы будете знать тайну Христову точно так же, как знал ее апостол Павел. Это очень важное учение. Точно так же, как знал апостол Павел, ничуть не меньше, ничуть не хуже. Поэтому я вот не могу согласиться с утверждением, что ну, некоторые люди называют себя христианином и говорят, а мне вот сложно читать Евангелие, я, может быть, лучше детскую Библию там буду читать. И мне кажется, что если человеку сложно читать Евангелие, то он должен подождать называть себя христианином. Конечно, можно прийти к Богу, к Писанию через детскую Библию. Но о вере можно говорить только после того, когда Сами слова, писания вдруг заиграют для тебя. Ну, ты начнешь жить ими. Это очень важно. И молодежи это вот трудно объяснить. Очень часто церковные, ну, ну особенно детям, верующих родителей. Они с детства привыкли эти буквы ну, в слова складывать и читать. И очень часто смысл проходит мимо них. Это очень тяжело. Мой знакомый старший пресвитер рассказывал, что у них в церкви там был дедушка один. И как-то он э, остыл в чтении Писания. И, э, ну, как-то Бог ему через совесть напоминает, дескать, ты Библию-то читай. А он отмахивается все время, говорит, да что читать, я знаю ее уже там, пусть он молодежь читает. И так он раза три отмахивался, и как-то, говорит, как бы такой вроде голос внутри себя. Ну, а зачем тебе глаза-то тогда нужны? И ослеп он. Ослеп, взмолился, господи, прости, вот буду читать. Ну, сделали операцию ему. Ходит теперь в очках с такими вот линзами вот толстыми. Купил себе Библию большую такую, там буквы вот такие. Читает, ну и молодежи любит говорить там. Вы-то, ребятки, Библию читайте. Именно из написанного, из Слова Божьего, а другого а, нет, потому что вот слово Писание переворачивает нашу жизнь. Это даже Лесков хорошо понимал. У него есть рассказ о Соликамском городничем ну, ну, в начале 19 века. Может быть, вы читали. Как он читал-читал Библию и с точки зрения окружающих сошел с ума. Перестал брать взятки. Да, потому что Писание действительно переворачивает жизнь человека. Чтобы узнавать тайны Божьей, читайте Библию. Ее написали апостолы и пророки. Те непосредственно от Бога получили информацию. Здесь все написано. Один брат рассказывал, что он сидел в тюрьме, и к нему пришел проповедник, принес Евангелие. Ну, а брат говорит, я отказывался, я был неверующим. Зачем? Мне не, не нужна эта книга. Я ей говорит, если ее возьму, то я ее пущу на самокрутке, потому что бумага. Я тебе честно говорю. Ну, проповедник говорит, хорошо, только давай с тобой договоримся, прежде чем ты как бы Сделаешь самокрутку, ты прочитай вот этот листок. Он говорит: ну ладно, значит, они ударили по рукам, ну, слово чести, тот держал, и вот он говорит: «В... Искурил я Матфея, значит, выкурил Марка, значит, всего, выкурил Луку. И вот, говорит, на Иоанне покаялся. Пришел к Богу. Читайте Писание, чтобы узнавать тайны Божии, всегда читайте Библию. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Третье откровение, о котором здесь сообщает нам апостол Павел, оно касается характера служителей этой тайны. Вот тайна Божия. Суть этой тайны Божией. Христос распят за нас. Христос вообще всех к себе призывает. А познание тайны Божией, как ее узнать? Слушай слова апостолов и пророков, читай их. Они сейчас записаны. Ну и, наконец, вот третье откровение касается характера служителей этой тайны, потому что эту тайну нужно распространять. А распространяется она при помощи служителей Божьих. И вот здесь апостол Павел об этом размышляет. Во-первых, в седьмом стихе он называет себя служителем. Сделался я по дару благодати Божьей. Служитель Божьей тайны – это дар Божьей благодати. Бог знает, что мы должны быть назидаемы людьми, ну, Бог так сделал. Он решил, что люди будут друг друга назидать в моей истине. И жизнь должна быть прожита так, чтобы кто-то поблагодарил Бога за вас. Я не знаю, если вы придете к Богу, вот когда придете, предстанете перед Ним. Будет важно на самом деле только одно. Хоть кому-то объяснили вы вот эту тайну Божию. Спасение во Христе Иисусе. И тайна Божия состоит в том, что Бог вас преображает, пустых и никчемных, преображает в служителей Божьих. Но Павел говорит, что все это не так просто. Служителем можно стать только под действием силы Божьей. Служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его. Никто не может сделаться служителем Божьим сам. Это не просто тяжело, это невозможно. Были люди, которые хотели служить Богу, будучи самозванцами, но это приносит только горе. Пророк Еремия пишет о таких. И сказал мне Господь, пророки пророчествуют ложное именем моим. Я не посылал их и не давал им повелений, не говорил им. Они возвещают вам видение ложные и гадания, и пустое, и мечты сердца своего. Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, они никакой пользы не приносят народу всему, говорит Господь. Иезекииль вторит ему, пророки твои, Израиль, как лисицы в развалинах, в проломы вы не входите, не ограждайте стеной дома Израилева, чтобы твердо стоять в сражении в день Господа. Они видят пустое, предвещают ложь, говоря, Господь сказал, а Господь не посылал их, обнадеживают, что слово сбудется. Не пустое ли видение видели вы, не лживое ли предвещание изрекаете, говоря, Господь сказал, а я не говорил. Сегодня, кстати, очень много таких пророков, да, в кавычках. Они выходят за кафедру и говорят, Бог мне открыл сегодня такое. Ну, во-первых, это глупо, Бог тебе уже ничего не открывает. Все, что открыто, записано в Писании. Ты должен проповедовать Писание, но с кафедры льется поток сознания, некие такие псевдо -эссе на тему жизни проповедника, на тему каких-то историй из его жизни. То есть сегодня люди не знают, что значит проповедовать Слово божье Они рассказывают о своем духовном опыте. Они не, не то чтобы в качестве иллюстрации его пред, предлагают людям, а в качестве такого основания для подражания. И это ужасно, это отвратительно. Церковные кафедры сегодня превратились... В место, где люди рассказывают сказочки о морали, о том, что Бог любит хороших мальчиков и девочек, которые чистят на ночь зубы. И если вы, значит, вот хорошо себя будете вести, Бог вас будет любить. Писание не проповедуется. Поэтому Иисус говорил о подобных людях: заблуждайтесь, не зная Писаний и силы Божьей. Далее служитель. Тайны божьей должен быть готов к страданиям за людей. Посмотрите, с чего начинает Павел 3 главу. Я намеренно вот это поставил в самый конец. Для всего-то я, Павел, сделался узником Иисуса Христа за вас, язычников. Павел готов был пострадать за тех людей, которым он проповедовал. Вот эту тайну Божью. Сегодня церковь испытывает катастрофическую нехватку людей, которые готовы чем-то пожертвовать для того, чтобы проповедовать слово. Сегодня, ну, принято, молодые братья говорят, ну как, я сначала там должен встать на ноги, потом вот только я начну проповедовать, потом я начну служить Богу. Никаких даже страданий не подразумевается в их жизни, ну даже каких-то простых бытовых. Все должно быть легко, интересно, все должно быть безоблачно, ясно. На самом деле я вам скажу, что это не так. Я помню... Когда э, вот эти слова апостола Павла особенно стали дороги для меня, вообще когда он рассказывает про жизнь свою, я понял это, когда я только вышел на служение странствующего благовестника. И первая же евангелизация, которую мы проводили, я помню, я приехал в город и уже через день лежал со сломанной ногой, постоянно перед тем, как куда-то уехать, заболевают дети что-то случается в семье, потому что сатана всегда пытается бить на самое дорогое, то есть вот всегда пытается каким-то образом, ну, навредить делу Божьему. Именно поэтому служители нуждаются в особой молитвенной поддержке. И тогда вот мой друг, который вместе со мной вышел на служение, он был пастором, я приехал как благовестник к нему в церковь. И вот я лежал на церковной скамейке со сломанной ногой, и он сел возле меня. Сказал, Паш, во что мы с тобой вообще вляпались-то такое? То есть это что, вот так вот всю жизнь будет у нас? Всю жизнь, всю жизнь будет что-то неудобоваримое, всю жизнь будет какая-то неудовлетворенность, жизнь служителя, это постоянная какая-то какая жертва, это какое-то постоянное страдание, это в чем-то ограничение себя. Поэтому, если Бог призывает вас служить ему, помните, что это, в общем-то, связано с какой-то жертвой. А иначе служить Богу не получится. Далее. Служитель тайны Божий – это всегда распорядитель благодати Божьей. Во втором стихе Павел говорит, «Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас». Домостроитель – это не прораб, а распорядитель, менеджер, человек, который распоряжается благодатью. Это очень интересно. Вы все служители Божьи, все царственное священство. В потенциале вы все служите Богу. И Христос говорил нам, что вы распоряжаетесь благодатью. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся. Но ну, имеется в виду, что вы будете решать, да, вы распоряжаться благодатью. Если вы расскажете о прощении грехов, и человек кается, вы можете возвестить ему, что Бог прощает твои грехи. Вы распорядители благодати. И если вы видите, что человек не покаялся, не понял Евангелие, вы можете возвестить ему, оставляются на тебе грехи твои, потому что ты еще не раскаялся в грехах, ты еще не уверовал в Христа. Вы можете и должны поддерживать друг друга. И в этом плане особенно ужасно, когда служители Божьи, вот распорядители благодати, менеджеры благодати, которые должны распределять благодать, они друг с другом не сотрудничают, а соперничают. А надо бы поддерживать. Надо бы поддерживать друг друга, потому что мы все во враждебном окружении находимся. И, конечно же, если вы распоряжаетесь благодатью Божией, вы должны знать, как ей распоряжаться. Некоторые думают, что для того, чтобы служить Богу, ну можно просто так вот там выйти, не участь ничему и как бы даже быть агрессивно неученым и начать все делать хорошо. Нет, вы наделаете кучу ошибок, поэтому лучше учиться. Даже когда вы просто людям что-то объясняете, не духовные какие-то вещи, и то вы не застрахованы от ошибок. Мне попался на глаза как-то забавный диалог. Опытный инструктор по парашютизму отчитывает инструктора новичка. Он говорит, ты неправильно людям объясняешь. Почему люди боятся тебя слушать? Пойми, он говорит, вот наша парашютная школа, представь, ей уже более 50 лет. Через нее прошло множество людей. И многие настолько полюбили небо, что не могут себе представить жизни без этого восхитительного ощущения полета. Некоторые даже просят, что после смерти их похоронили вот рядом с летной школой, потому что это вот самое дорогое место для них. Здесь они ощутили самые радостные моменты своей жизни. Поэтому, если тебя новички спрашивают, а что это за кладбище у вас, значит, возле школы, вот ты вот должен им все вот так объяснять, а не просто говорить, а здесь похоронены наши ученики. Даже в таком деле можно попасть в неудобную ситуацию. А уж если вы начинаете объяснять Евангелие Божие, ну все эти хрестоматийные случаи, там, а ты к смерти приготовился, там, или там, хочешь отдать Богу душу? Все это, знаете ли, к этому нужно подходить очень и очень серьезно. Помните, вы менеджеры должны быть эффективными распорядителями благодати. Вывод здесь какой? Дорожите служителями Божьими и сами стремитесь к тому, чтобы стать таковыми. Они помогают понять тайну Божию. Итак... В чем состоит тайна Божия? Бог спасает нас во Христе через Евангелие. Поэтому принимайте спасение и спасайте других. В этом суть тайны Божьей. Все необходимые э, нам, все необходимые нам тайны Божьи содержатся в Библии. Читайте Библию, проповедуйте Библию, Писание. В нем вся тайна Божья. Для правильного понимания тайн Божьих существуют служители Христовы становитесь ими и дорожите ими. И вот тогда тайна Божия перестанет быть тайной для многих людей и станет им известна. Аминь. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.